Страшное ДТП произошло накануне на пересечении проспекта Абулхаир-хана и улицы Правдухина. Toyota Camry на полной скорости протаранила Audi, стоящую на светофоре. В результате аварии один человек скончался. Видео ужасающего эпизода стало объектом пристального внимания пользователей соцсетей. Вот Audi притормозила на светофоре, а вот сзади на полной скорости едет Toyota, где водитель не спешит останавливаться. В результате столкновения первое авто буквально сложилось в гармошку. Находящийся за рулем водитель 1989 года рождения не выжил. В салоне Toyota Camry, кроме водителя 28 лет, находился 12-летний пассажир. После ДТП их госпитализировали в городскую многопрофильную больницу. Авария произошла 5 февраля в половине третьего ночи. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Сейчас назначены все соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия. По результатам будет принято законное решение по данному делу. Как отметили в полиции, если медэкспертами будет установлено наличие опьянения у водителя Toyota на момент совершения ДТП, то его через суд могут незамедлительно отправить за решетку.